Боже мой, я не знаю даже, что еще красить. Ля-ка-ля-маля. У меня тоже. Всем привет! Вы на канале Miss Alice. Меня зовут Алиса Жукова, а рядом со мной моя мама Елена Жукова. Привет-привет! Сегодня мы будем снимать три маркера челлендж. Уже почти все ютуберы его сняли. Ну что, давай тогда начинать. Все знают, я думаю, правила. Есть у нас куча фломастеров. Мы закрываем глазки, достаем три из них и разукрашиваем одинаковые рисунки. Ну и по вашим, естественно, голосам мы определим, кто из нас победит. Если вы голосуете за меня, то пишите циферку 1, а если за маму, циферку 2. Ну или просто Алиса или мама. Так. Ну что, у нас тут заготовлены рисуночки. Мы вам не покажем, какие там рисуночки, это секрет. Как это секрет? Сейчас покажем все. Как это? Конечно. Мы покажем сейчас. Давай смотреть, что у нас за первый рисунок. И та-да-да-дам! У нас миньончики. Классные такие. Даже. Это мой. Так хочется их разукрасить красиво. Ну, миньончики, значит, у нас должен быть обязательно желтый. Да. То есть нам нужен желтый, голубенький. Синий, да, голубенький и черненький. Отлично. Выбрала все цвета. А теперь закрывай глазки. Не подглядывай. Я перемешиваю, подожди. Давайте. Раз. Два. Три. Нормальные цвета. Ну, почти голубенький, желтенький и... У меня нету голубенького. И черненький. Это не черный. Я говорю, почти, как ты хотела. Коричневый. Я это вижу. Давай, перемешивай, маме. Сейчас мы ей перемешаем. Я не смотрю. Что-то там Алиса мне намешает. Алиса, ты за кого болеешь, за себя или за меня? За маму. Да ладно, тогда я за тебя болею. Так, ну что, давай, тащу. На. Первый. Второй. И третий. Ну, классно. Так. Ух ты, здорово, мне нравятся мои цвета. Я убрала все темные вниз. Смотрите, классный. Угу. Ты моя зойка, спасибо тебе большое. Ну, давай, пока убираем наши фломастеры. И начинаем делать. И рисуем. Я начну зеленым. Так, мы по времени или просто рисуем? Давай лучше аккуратность. Аккуратность, хорошо, давайте аккуратность. Ага, рисуем миньончиков. Я уже начала делать глазик. С глазика? Ну, хорошо. А я тогда с комбинезончика. Подписывайтесь, пока мы тут рисуем. И ставьте лайки. Да, обязательно. И пишите комментарии. Да. Голосуйте. Алиса, мама. Алиса, мама. Алиса, мама. Алиса, мама. Алиса, мама. Алиса, мама. Кто любит миньонов, ставим лайк. Да. А кто не любит, ничего не вставьте. Мне кажется, миньонов все любят. Как можно не любить миньонов? Они же такие смешные. И они печеньки, а я люблю печеньки. Особенно флаксики. Флаксик. Раз, два, три. То есть вот так? Ну как вам? Кто видел зеленых миньонов? Вот... У меня он получился таким. Не хотелось его оставлять белым.
Вот, друзья, ну, голосуйте за наших миньонов. По-моему, оба получились прикольные. Да. И мы сейчас будем усложнять задачу. Мы будем делать рисунок за 3 минуты. Я сама выберу. Давай, выбирай какой. Эти маркеры мы отправляем обратно в коробочку. Показывай, какие рисунки ты выбрала. Я выбрала вот такой рисунок с троллями. Классный. Розочка и ворчун. Цветан. Цветан. Господи, ворчун. Это я уже с Белоснежкой перепутала. Ну, рисунки-то классные. Сейчас я не представляю, как мы эти мелкие детальки будем разукрашивать за 3 минуты. Ну, что-то да у нас получится. Алиска, закрывай глазки. Так, давай. Раз. Угу. Хороший цвет? Классный. Два. Какой этот или этот? Этот или этот? Открывай. Ух ты, мне нравится. Алиске попался розовый, красный и серенький. Ну, в принципе, ворчун-то он был серенький. Да не розовый. Цвета. Да что ж ты будешь делать? Давай, решай. А розочка розовенькая. А розочка розовенькая. Так. Так, это сюда. И это. Я не смотрела. И это. Кашка, давай. Можно? Так, что же попадется маме? И раз. Хорошенький. И два. Тоже. Серебро. Да? Двумя цветами. И три. Тоже неплохо. Ух ты, здорово! Зеленый, розовый и голубенький. Прикольно. У нас почти одинаковые, только два цвета. Супер. Так, я засекаю 3 минуты. Засекаю. Мне нужно взять секундомер. У нас есть секундомер. Да. Готова ли ты, Алиса? Я, да. Нет, да. Да, нет. Так, 3 минуты. Угу. Время пошло. Так, я начала. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо делать быстро. И мне тоже. Что же получится за 3 минуты? Что получится? А вы голосуете. Пока за первый рисунок. Ой, сейчас мама будет рисовать, как когда была маленькая совсем. Да, как сестричка Соня Алисина. Я тоже. Ой. А у меня розочка наполовину серая стала. Что ж ты будешь делать-то? Я не знаю вообще, как их разукрасить. Мама с беленьким. Да бог с ним. Уже минута прошла, Лиза. Это весело. Что же мы успеем сделать за 3 минуты-то? Бяка, у меня бяка. Ой-ой-ой, у меня тоже. Так, розочка, кажется, волосы ей не разукрашивала. Ой-ой-ой. Розочка. Так. Я ухо раскрашу одновременно с волосами. А вот это да! Вот. Блин, цвет заканчивается! Возьми мой розовый. Бери скорее. Ух ты, твой красиво рисует. 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 Да не время попытать. Боже мой, я не знаю даже, что еще красить. Ля-ка-ля-маля. У меня тоже. Ой,
третья минута пошла, Алис, давай скорее. Да, она как бы тоже будет розовая. Честно. Я цветами сделаю ноги розовые. Я Лизу красила. 5 секунд, Алиса, 5 секунд. Все. Последний штришок. Время истекло. Давай еще 3. А, показываем сразу. Вот такие у нас получились. Ребятки. Красота, страшная сила. Ну это было весело. Да. Ну что, друзья, третий раунд. Да. Алиска, показывай, какой у нас рисунок на третий раунд. Вот такие вот у нас рисунки. Это же любимые ловушки. Кто любимые? Ловушки. Ловушки? Лолушки. Это Лол. Это куколки Лол. Из второй серии. Алиса решила, что мы будем все-таки их разукрашивать без времени, чтобы получилось аккуратно, потому что это ее любимые куколки. Вот, естественно, мы не можем их испортить даже в качестве фана. Поэтому будем что? Тянуть и разукрашивать? Да. Так, отворачивайся, отворачивайся. Я хочу самую красивую ловушку сделать. Сейчас посмотрим. Так. Надеюсь, она будет красивой цвета. Ну что, есть классный. И розовый, и голубенький. И такой бордовенький. И бордовенький. В общем, есть из чего выбрать. Так, мешание. Посмотрим, что у мамы за лололушка получится. Ла-ла-лу-ла-ла-лу. Лолушка. Не лолушка, а ла-ла-лол. Маша. Так. Я пока спрячусь. Первый цвет. Второй цвет. Кстати, неплохой первый. И второй тоже неплохой. И... Тебе повезло. Третий. Тебе повезло с волосами. Они желтые. Себе. Они у нее желтые волосы. Круто. Желтый, зеленый, розовый. Ну прям супер-пупер. Мы сделали куколок Лол, вот такие они прикольные у нас получились, блондиночка и рыженькая. Мне кажется, у меня модные очень, в разных очень рукавах, модные. Один голубой, другой розовый. Очень, у нее такие прям шикардосные кожаные шорты. Сейчас я поближе покажу, вот такая. Ну что, тогда подписывайтесь на наш канал. Да, всем пока! И подписывайтесь на наш канал. И ставьте вот такой вот, вот жирный вот такие лайк. Вот лайки большие. Жирные, прижирные. Все для Алиски и немножечко для мамы. Да. Пока! До встречи в новых видео!